Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгам – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Мимир, почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре, он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо. Причаль у моста. Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Хорошо. Дай мне подуть в рог. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Помнит. Молонгой норкунтунгу. А, ух ты! Эконотувуно.
соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезвым. Смотри! Вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решил. Кошмары! Жуткие твари! Пока нет! Трума! Неплохо! Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей.
рад, что был полезен. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Куда дальше? Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Не знаю, что мы тут делаем. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Как попасть к крестцу? Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Yeah.
Фафнир всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый! Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он дракон! Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Покажем гномам. Заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон.
ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов. Пора его освободить. Думаешь, он тебя вспомнит? Не знаю. После нашей встречи многое изменилось. Брат, слева дерево! Так, мелкий уродец. Ты свободен. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. В другой раз продолжим. Гульвик. Ах, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Приготовься! Просто! Прости, я не готов!
Пожалуйста! Темный эльф! Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит тебя. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Он убил его. О, нет. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло.